Итак, друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makivara.ru. Сейчас я еду на тренировки с утренней и хочу рассказать вам вот о чем. Сейчас я со своими товарищами по клубу затеял интересный проект. Я думаю, он будет интересен абсолютно всем бойцам прежде всего, ну а также спортсменам любым, и даже не спортсменам. Что это такое? Это программа по коррекции фигуры. Уникальна она тем, что она не будет давать каких-то общих планов для всех. Она будет четко сегментирована для разных совершенно сегментов. Сегментирован для сегментов, тавтология, да, но суть это так. То есть товарищ хороший, коллега мой, вот Михаил Факеев, хороший специалист. У нас, наверное, в области самый лучший специалист по фитнесу и по коррекции фигуры. Вот, самый отличный спортсмен. Просто супер парень, посмотрите на него. То есть это человек, который действительно со своим телом делает все, что хочет. А также может то же самое делать с телами тех, кто у него занимается. То есть, ну, реальный специалист. Вот он согласился поучаствовать в проекте в этом. И на самом деле можно сказать, что по сути он будет куратором проекта. Я буду только продюсером его. Он для разного контингента, а это будет, значит, моя жена, ну, достаточно худенькая женщина, вот, она спортом занималась раньше, и сейчас она тоже занимается, но больше физкультурой, словно говоря. Для нее, для моего сына, парень спортивный, крепкий, но сухощавый, то есть эктоморф, вот. Для моего товарища по клубу это эндоморф очень ярко выраженный, то есть, ну, мощный парень такой. Вот. И для меня составит 4 индивидуальные программы, рассчитанные на 4 месяца до лета. Это вообще реалити-шоу будет. Да? Вот остается до лета 4 месяца, и за эти 4 месяца мы будем приводить свои фигуры к оптимальному состоянию. Конечно, для кого-то оно будет оптимальное, а для кого-то будет идеальное. Все зависит от стадии начальной, вот. А также от того, периода, то есть все 4 месяца. Оно понятно, что в некоторых ситуациях за 4 месяца добиться идеального состояния невозможно, или это будет сопряжено с вредом для здоровья. Поэтому все будет аккуратно делаться. Фишка еще вот в чем, что все будет делаться абсолютно совершенно без микро, мили, нанограмма химии. И это само собой, но даже больше того. И не будет никакого спортивного питания даже применяться. То есть все будет на обычной еде, то есть на питании, которое можно в магазине купить. Конечно, будут определенные корректировки. То есть не всегда эта еда будет вот та, которая там макароны дешевые там самые, да. Иногда она довольно-таки дорогая, ну или там условно дорогая. То есть она подороже стоит, чем стоит там обычный продукт. А иногда и нет. Если это дело касается какого-нибудь обезжиренного творога там или что-то еще там, или там 1% кефира, то он какой есть, такой, собственно говоря, есть. Вот. Значит, это будут тренировки. Достаточно простые, то есть мы хотим ограничиться минимальным набором, то есть чтобы человек в принципе мог заниматься дома, не посещая фитнес-зал. Ну и все равно понадобится тягощение свободное, то есть минимум разборные гантели, желательно штанга. Если этого нету, то, наверное, все-таки возможно придется посещать спортивный зал. Но в основном для эндоморфов, я вот в принципе мезоморф, но ближе к эндоморфу, будет больше строиться все на диете. А для эктоморфов больше строиться будет как на диете, так и на нагрузке физической. Вот таким вот образом.
Для тех, кто похудеет, надо будет набрать мышечную массу и набрать ее правильно, без набора жировой массы. Вот. А для тех, кто пополнее, надо будет потерять вес, массу тела потерять, не потеряв при этом мышечную массу. Вот такая как бы фишка. Причем все это надо сделать будет довольно просто, то есть с применением простых средств и на обычном напитании за 4 месяца. Вот такая, в общем-то, концепция для 4 типов людей. То есть это для подростков, которые хотят набрать вес, таких тьма тьмущая, да, потому что везде на форумах пишут, как бы мясца прирастить, там, 5-10. Вот как раз это для них. Для женщин, не для толстых, да, ну, для стройных, но которым бы хотелось бы, чтобы они не просто стройные были, а чтобы они были красивые, очень, чтобы они были в тонусе, были мышцы, чтобы было прямо супер-пупер, как девушки, которые занимаются профессионально фитнесом, чтобы прям все подтянуто было, чтобы контурировал пресс, вот так. И причем не вот из-за того, что ребра видны, там такая, ну, анорексичная, а из-за того, что он действительно прокачан, да, и все прокачано правильно. Вот. Для таких, как я спортом занимаюсь очень профессионально, и мышечная масса у меня хорошая, мне ее наращивать, в общем-то, не надо, мне надо подсушиться. Вот у меня такая концепция. Таких тоже много. Часто я называю их это бывшие, ну и настоящие тоже. То есть те, кто спортом занимался когда-то очень серьезно, профессионально. Сейчас, может, немножко подзабросил, занимается, зал-то ходит. Я, конечно, занимаюсь и сейчас профессионально. Но хочется скорректировать фигуру, да. То есть надоело то, что там не видно пресса. Хочется, чтобы его было видно. Вот. И четвертое, это, ну, полный мужчина. То есть, в принципе, тоже масса мышечная есть, но есть лишних килограмм, наверное, 30 веса. То есть человек весит 130 килограмм при нормальном росте, ну, килограмм 30 лишних точно. Вот их убрать надо тоже. 4 месяца вряд ли получится полностью, но скорректировать здорово можно за 4 месяца. А еще за 4 плюс, то есть там типа за 8 можно будет убрать и все. Так что вот, а в чем, значит, интерес проекта? В том, что на базе этого проекта будет создаваться, будут создаваться видеокурсы. Вот. На базе такой, что это делай как мы. То есть мы добьемся результата, я уверен, что мы добьемся его, и очень, ну, хорошего. И вы будете видеть, как это произошло, и сможете все это дело повторить. А специалист Михаил Факеев, он сможет вас индивидуально проконсультировать каждого, кто приобретет эти курсы. То есть у вас будет доступ. Вот. А на каких условиях мы еще пока не знаем точно, но можно будет персонально консультироваться. Это совершенно точно. Также у него будет сайт, где самые, значит, общие вопросы дополнительные будут, в общем, тоже, ну, разбираться достаточно детально. Вот. Но до момента создания курса, потому что курс будет создаваться летом уже, когда мы, ну, изменимся, вы будете наблюдать практически реалити-шоу. То есть мы постараемся вести дневники, мы постараемся снимать реперные точки. То есть это будут фото, как мы меняемся каждую неделю, что мы едим, как мы тренируемся и к чему это все приводит. Для тех, кто хочет измениться, это будет просто, ну, великолепный мотиватор, это раз. А два, это будет великолепная иллюстрация того, как это, чем будете заниматься вы. И вы уже сможете сделать вывод, вам подойдет такой метод или не подойдет. И подойдут ли результаты, которых мы добьемся. И готовы ли вы к таким занятиям, к такой диете, для того, чтобы добиться подобных результатов. Так что все по-честному, без обмана. Я думаю, будет интересно. Ну, вот это первый подкаст. Я думаю, что они теперь довольно часто пойдут. Не знаю, будут ли они в форме подкастов за рулем или в какой-то другой форме. Но следите за анонсами, за видео, за статьями, за дневниками на моих ресурсах. www.budushin.ru, www.budoblog.ru,
и drshilov.com. Вот там освещаться все это тоже будет еще. Удачи!